Сегодня жители Белореченского района включились в генеральную уборку территорий. Используя солнечную погоду, трудовые коллективы, общественные организации, студенческие и добровольческие бригады, рядовые граждане вышли на улицы, чтобы привести в надлежащий порядок дворы, игровые площадки и зеленые зоны. Репортаж о санитарной пятнице от нашего корреспондента. Сегодня за порядок в городе отвечают не только дворники. Студенты медицинского колледжа вышли на улицы, чтобы сделать их чище. Для многих ребят участие в субботниках не первое. Медицинский колледж – это второй субботник у нас проходит. Первый раз был на первом курсе, я участвовала, и вот сегодня второй раз. Мне наша сестра младшая говорит, почему ты постоянно кидаешь мусорку? Ты не можешь просто так кидать на землю? Нет, говорю, надо соблюдать чистоту. О потраченном на уборку времени ребята не жалеют. Они уверены, то, каким будет наш город, зависит от каждого. В городе надо убирать для того, чтобы было чисто, чтобы люди, которые приезжали сюда, видели эту чистоту. С этим согласна и Татьяна Баранова. Ради того, чтобы в твоем дворе было уютно, можно и потрудиться, убеждена женщина. А еще, признается Татьяна Баранова, сегодня у нее, как и у других жителей дома номер 10 по улице Интернациональной, станет одной проблемой меньше. Дороги во дворе приведут в порядок. Ни в город выйти, ни в магазин, который вот у нас за домом находится, у нас невозможно пройти. Вот там вот кирпичики, здесь вот видите, лужи сплошные. Сегодня в рамках месячника здесь отсыпают дорогу. Грейдер уже выровнял колдобины, осталось засыпать ямы. В общей сложности на это уйдет 12 тонн щебня и 5 тонн песка. Вышли на субботник сотрудники управления ветеринарии. Наводят порядок на прилегающей территории. Признаются, это не только полезно для экологии, но и коллектив сплачивает. Участвуем всегда. Каждый год, вот как определяется субботник, и каждый год мы участвуем. Ну и между этими промежутками мы поддерживаем порядок, также объявляем субботники и наводим порядок на своей территории и на ближайшей. К субботнику подключились и предприятия водоснабжения. Сегодня наши рабочие сотрудники принимают участие в месячнике по очистке территории. Вот в данном случае решили очистить старое кладбище. Людей давно уже нет, которые ухаживали за могилками, а кладбище заросшее. К борьбе с зарослями кустарника подошли грамотно, пустили в ход специальное оборудование. После субботника с территории старого городского кладбища вывезли около 10 кубометров мусора. Не остались в стороне от генеральной уборки и сотрудники администрации. Трудовой десант районной администрации убирал мусор на въезде в город, а в это же время подразделения городской администрации наводили порядок на берегу реки Белой. Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка проходит с 11 марта. И за это время было уже многое сделано. По всему району было убрано 46, ликвидировано 46 свалок. Убрано порядка 5,5 гектар, это 56 тысяч квадратных метров. Посажено 45 деревьев и 127 кустарников. 13 апреля состоится Всекубанский субботник, на который приглашаю всех жителей района. Людмила Ватченко, Сергей Чернецов. События и люди.